Я Корсака знал, тогда на Гродно еще было движение. Мы ловились то так, то там. В основном в клубе во время фильмов встречались. Но Корсак, ну так, был такой шустрый. Потом на единицу уехал в Минск. И там был смотрящим в зоне. Очень много помогал, грел. На спецплаты, на больницу. Очень много. И единица через забор спецплат. Он грел. Ну, так особо не общаюсь, но знаю, что очень много пользы, полезных дел. Очень много. А так его, кто сокамерники были, не очень уважают. Ну, сейчас, по крайней мере, что-то негативно на нем. Но тогда усиленный режим был очень жесткий. Очень. Вот. Потом он когда-то освободился, уехал в Москву, начал там. И как-то познакомился со Скифом. И все, со Скифом стал крутиться. А потом Скифа расстреляли в машине. В этой же машине был Корс. И погиб вместе со Скифом. Вот все, что я знаю про Корсак. Усиленный режим в Крыте Гродно был очень жесткий. Я имею в виду, в том плане, там пароходы сидят, у них родственники, друзья греют, все в досадке. Ну а сами на вагонах. Очень жесткий был. Друг перед другом пиздец. Уебался. Короче, болеешь, что никому не подчиняюсь. Сказали, за своих горой. И все. Если кого-то. Потом уговаривали их, доказывали, и свое на уме. Очень жестко было в этом плане. Никому не подчиняюсь, никого не слушали. Только свою хатой живет, и все. И хоть убей, что-то. А коснул что-то, при встрече, ни с кем не спорит, говорит, при встрече разберемся, и все. Встреча, где бы ни было, на коридоре, где бойня сразу, нападают. Они были в этом плане жесткие. Между собой пиздец. Там столовую зовут на рабочке. Там столовую зовут, и там сразу грохот. Бачки на голову. Капуста, макароны, все летит. Вот. Бойня, караул. Не могли. Ни менты, никто не могли их уморить. В этом плане были очень жесткие. Вот. А себе на уме. А тогда хат был на строгом. Там 3-4 хаты хорошие. И на сильном 3 хаты. Остальные козляки, там жестко было все, очень жестко, все было поставлено, поэтому с ними считались, и с ними не связывался никто. Я, по крайней мере, не слышал, что кто-то с ними спорит, что-то доказывал, но это бесполезно. Они с кем не спорят, сразу конем мыло присылают. Дает понять, мы жопу, и все, пиздец, вот такие дела.